Вас приветствует информационная служба Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Караганде наградили экипаж военного истребителя МиГ-31. Всю прошедшую неделю горожане отмечали весенние праздники. В Караганде наградили экипаж военного истребителя МиГ-31, который разбился недалеко от города в конце апреля. Командир экипажа Марат Едигеев посмертно награжден главной офицерской наградой – орденом Айбын первой степени. Штурман Руслан Галимзянов, выживший в этой авиакатастрофе, получил орден Айбын второй степени. Кроме того, штурману досрочно присвоено звание подполковника военно-воздушных сил. Пока Руслан Галимзянов находится под наблюдением врачей, но вполне возможно, когда-нибудь он вернется в авиацию. Награду за погибшего пилота получила его вдова. Как отметили представители Минобороны, экипаж МиГа предотвратил падение истребителя на поселок и пытался до последней минуты спасти сам самолет. Тот роковой полет он сделал все от него зависящее. Я хочу сказать ему спасибо. На сегодняшний день все детали самолета собраны. Регистратор полета, так называемый черный ящик, найден. Он немножко пострадал. Сейчас проводится мероприятие по дешифрированию этих записанных параметров. Говорить что-то, кто виноват сейчас, наверное, нет смысла. Но однозначно можно сказать, вины экипажа нет. Точная причина крушения самолета пока не установлена. Это могла быть неполадка, допущенная производителем, либо заводом, проводившим капремонт воздушного судна. До выяснения причин катастрофы все полеты истребителей данной модели приостановлены. 9 мая жители региона торжественно отмечали святой для всех казахстанцев праздник – День Победы. Празднование по традиции началось у Вечного огня, продолжилось в Парке Победы на юго-востоке. Сюрпризом для горожан стало приземление парашютистов прямо в черте города. Мемориал «Вечный огонь». Сюда вместе с ветеранами Великой Отечественной и тружениками тыла пришли сотни карагандинцев. По традиции, минутой молчания почтили память тех, кому обязаны мирным небом и спокойствием. Из Карагандинской области на поля сражений ушло 45 тысяч человек. Многие из них не вернулись домой. Но они навсегда останутся в народной памяти, как образец мужества и преданности родине. Как мы росли, как мы голодовали, как мы ходили голые, босые. Не дай Бог никому, пусть будет мир. Всему миру мир и здоровье, всем и Царство Небесное, тем, кто погиб. Многолюдно в этот день было и в Парке Победы. Сюда пришли люди разных поколений. Здесь вовсю работала полевая кухня, где каждый мог отведать гречневой каши. В военных палатках для ветеранов был организован праздничный обед, куда заглянул аким области Болжан Абдишев, который поздравил собравшихся ветеранов с Великой Победой. Сегодня я хочу пожелать тем ветеранам, которые живут сегодня благодаря той победе в независимом Казахстане, доброго здоровья, долгих лет жизни, благополучия. И сегодняшнее поколение в вечном долгу, и мы преклоняем перед вами голову за ту победу, которую вы принесли нам, благодаря которым мы живем сегодня в мирном государстве, независимом Казахстане. С праздником вас! Настоящим сюрпризом для собравшихся стало приземление парашютистов. В показательных выступлениях приняли участие 12 человек. Это опытные спортсмены, на счету которых тысячи прыжков. В этот день свое мастерство демонстрировали спецназовцы, выступали творческие коллективы, звучали любимые фронтовые песни. Словом, было сделано все для того, чтобы герои войны могли вспомнить, каким для каждого из них был День Победы. В Карагандинской области проживает более 500 ветеранов Великой Отечественной и порядка 20 тысяч тружеников тыла. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Мы очень всем благодарны, что они отдали жизнь за наше светлое будущее. И пусть настоящая молодежь ценит это, помнит это и строит мир мирным, чтобы было всегда светло и радостно. Всех спрашивают, я рад такой, где люди все такие довольны, я тоже довольный. Спасибо вам, вот нам организовали так вот, приветствуют нас. Это приятно, конечно. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.
Администрация города организовала для ветеранов праздничный обед. Торжественное чествование участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла состоялось в ресторане «Султан». Для них был накрыт щедрый дастархан, звучали песни военных лет. Поблагодарил собравшихся ветеранов за победу аким города Мирам Смагулов. В светлом зале ресторана «Султан» щедро накрытыми столами чествуют участников войны и тружеников тыла. В этом году пригласили порядка 100 карагандинских ветеранов, но прийти смогли не все, подвело здоровье. Открывая торжественное мероприятие, глава города подчеркнул, что подвиг и патриотизм участников Великой Отечественной войны стали достойным примером для казахстанцев. Это праздник гордости и славы, символ героизма и стойкости. Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности тем, кому обязаны сегодняшним днем. Память народа всегда будет бережно хранить ваш беспримерный героизм и несгибаемую волю к победе. В Караганде проживают 266 ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них – Петр Лактюшин. Он попал на фронт 17-летним мальчишкой после окончания снайперской школы. Участвовал в освобождении Севастополя и Минска. Сегодня 89-летний ветеран полон сил и энергии, дает наставления молодым военнослужащим. Пожелаю здоровья и хорошей службы для своей родины, особенно нашим казахстанцам. Я приветствую их всех. Вот сейчас они стоят здесь, вот часовые стоят. Я приветствую, очень доволен, что я нахожусь в Казахстане и проработал в Казахстане 70 лет. Встреча бывших фронтовиков прошла в праздничной, теплой и душевной атмосфере. Здесь звучали любимые военные песни, которые исполнялись всем залом. В завершение торжественного обеда ветераны получили подарки от руководства города. Ирина Камышова, Тульген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натиже» представляет новый продукт «Ацидофилин». Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют «Ацидофилин» страховкой от рака желудка. «Натиже» – с заботой о вашем здоровье. Депутаты городского маслихата поздравили ветеранов войны и тружеников тыла с Днем Победы накануне 9 мая. Местом для проведения торжества выбрали аллею имени Героя Советского Союза Мартбека Мамраева, что на Голубых прудах. Какие сюрпризы ожидали участников праздника в нашем следующем репортаже. Каждый год накануне Дня Победы на аллее имени Мартбека Мамраева собираются участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Для них воспитанники общеобразовательного комплекса школы-интерната детсада номер 68 вместе с другими самодеятельными коллективами города готовят театрализованные представления с большим концертом. Устроителями торжества в нынешнем году стали депутаты Карагандинского городского маслихата. Они подготовили для ветеранов и тыловиков подарки и поздравления. Никогда нам не забыть тех, кто отдал свою жизнь за это мирное небо над нашими головами. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах. Минута молчания, 68-ю годовщину Великой Победы. Скорбно стоят 80-летние солдаты, их внуки и правнуки. В одном строю школьники и молодые кадеты посвятили свою литературную постановку павшим героям. Полсотни ветеранов, которым по 90 и более лет и несколько десятков тружеников тыла пригласили с обоих районов города. В честь праздника со слезами на глазах для виновников торжества цветы и подарки и много теплых слов от народных избранников. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Тружениками тыла. Имена героев, сложивших головы на полях сражений, всегда будут жить в народной памяти. Их должны помнить дети, внуки и все поколения. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Имена героев, сложивших головы на полях сражений, всегда будут жить в народной памяти. Их должны помнить дети, внуки и все поколения. Ванечка, ты когда вырастешь, кем будешь? Папой. А когда я вырасту, буду учиться хорошо-хорошо, потом буду докторшей.
Торжественным победным маршем чествовали ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла. Сегодня, кроме подарков и большого концерта, их ожидало угощение в солдатской палатке и боевые 100 грамм. Бойцам той войны уже за 80, но боевого духа им не занимать. Владимир Стенин воевал на Первом Белорусском, вот таким он был в 40-м году, курсант Челябинского летного училища. В одной палатке собрались воины с разных фронтов. Тех, кто не смог прийти на праздник, чествовали дома. Им вручили цветы и подарки. Поздравления от депутатов городского маслихата с Днем Великой Победы получили все ветераны шахтерской столицы. Сергей Васокозов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Почтили память погибших в Великой Отечественной войне представители Департамента по чрезвычайным ситуациям. В церемонии возложения цветов к мемориалу Вечного огня приняли участие сотрудники службы пожаротушения, водно-спасательной службы, оперативно-спасательного отряда и войсковой части 52-859 МЧС Республики Казахстан. Таким образом, военнослужащие и опытные спасатели отдали дань памяти не вернувшихся защитников Отечества. Сегодня мы почтили минутой молчания тех, кто пал смертью храбрых в годы войны. Мы не должны забывать героический поступок воинов, благодаря которым сегодня мы живем в мире и согласии. Служу Республике Казахстан. В Караганде состоялся областной фестиваль солдатской дружбы, посвященный Дню защитника Отечества и 68-й годовщине Великой Победы. Фестиваль ежегодный. Участники – военнослужащие воинских частей, дислоцированных в Карагандинскую область. Служить Отечеству – такова общая тематика выступления команд. Лучший информационный стенд, лучшую строевую песню, визитную карточку, а также лучший творческий номер выбирала строгое жюри. Здесь же развернулся импровизированный военный городок, который состоял из полевой комнаты информационно-воспитательной работы и полевой кухни. Награждали участников фестиваля дипломами и ценными подарками. В целях реализации государственной молодежной политики мы сегодня проводим фестиваль солдатской дружбы, посвященный Дню защитника Отечества и 68-й годовщине Великой Отечественной войны. Цель данного фестиваля является пропаганда казахстанского патриотизма среди молодежи и среди подрастающего поколения. Одним из лучших подарков карагандинским ветеранам стало поздравление с Днем Победы от старейшего банка страны. Дорогие ветераны войны, дорогие труженики тыла, ветераны труда, уважаемые карагандинцы, от всей души поздравляем вас с Днем Победы над фашистской Германией. Да здравствует Великая Победа, да здравствует 9 мая. От имени Народный банк Казахстана желаем вам крепкого здоровья, счастья в семьях, ратного труда. Пусть над нашей страной будет всегда мир и ясное небо. Народный банк приготовил поистине шикарный подарок горожанам, организовав День Победы на главной сцене Центрального парка концертную программу. Самые известные голоса Караганды пели песни военных лет. Главные этапы Великой Отечественной были представлены в театрализованных номерах. Специальными гостями этого праздника стали ветераны войны и труженики тыла, а зрителями – все горожане, посетившие Центральный парк. 2013 год особенный для Народного банка. В этом году мы празднуем наше 90-летие. Поэтому в этом году проводится много мероприятий, организованных в том числе и к этому замечательному празднику Дню Победы, когда мы имеем возможность поздравить наших казахстанцев, наших карагандинцев с этим замечательным праздником. Банк-юбиляр поздравлял ветеранов не только в сам праздник, но и в канун Великой Победы. Участники войны, являющиеся вкладчиками крупнейшего банка страны, получили подарочные наборы. На днях в кинотеатре Сарыжаляу состоялась фотовыставка «Мир глазами карагандинцев». Не первый раз туристическая фирма «Карлыгаш» организует для горожан подобное окно в мир отдыха и удивительных приключений во время отпусков, которые карагандинцы провели за рубежом. Выставка посвящена Дню единства народов Казахстана и Дню Победы. Наши покоряют мир. Такое первое впечатление от выставки фотографий. В большинстве своем это любительские фото, но они несут в себе эмоциональный настрой первооткрывателей неизведанных до сих пор земель. Одно дело знать о стране по видеофильмам, туристическим проспектам, и совсем другое – воочию увидеть, как живут люди на других континентах. Уже 8-й раз туристическая фирма «Карлыгаш» при активном содействии с карагандинским филиалом партии «Нур-Отан», управление физической культуры, туризма и спорта проводит традиционный конкурс «Мир глазами карагандинцев». Это фотоконкурс. Турист, который путешествует от нашей фирмы, приносит нам фотографии размер А4. И за целый год набирается
определенное количество. В этом году было более 1200 фотографий. Семья Кимановых почти 20 лет пользуется услугами турфирмы «Карлыгаш». И где только не побывала за это время. Пакистан, Эмираты, Турция, Чехия, Австрия, Германия, США, Таиланд. Мало, Рахима Киманова сейчас в Париже. И приз за долголетнее сотрудничество, бесплатная поездка в Анталию, получал ее брат Булат Киманов. Очень много эмоций. Потому что когда не ожидаешь, все это приятно. Экспромт это приятно. И когда вот такой большой-большой подарок нашей семье за многолетнюю, почти 20-летнюю преданность туристической фирмы «Карлыгаш», это очень-очень приятно. Сердце бальзам. Перед членами жюри стала нелегкая задача из тысячи снимков самого разного жанра выбрать лучшие и назвать победителей в 18 номинациях. Лучшее семейное фото, я познаю мир, пляжная фотосессия, в мире животных. Вот неполный перечень тем, в которых соревновались карагандинские фотохудожники-туристы. Здорово на время забыть о проблемах и ежедневной рутине. Вдвойне приятнее вновь окунуться в летнее беззаботное время и готовиться к новым приключениям во время очередной туристической поездки. Призерами в этот день стали не только взрослые, и юные туристы получили подарки. Артем Долганов стал самым мобильным туристом. Наверное, из-за габаритов. Я очень рад, что я выиграл. Поеду еще в отпуск. И подарок мне нравится. Сергей Высокосов, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. 7 мая, в День защитника Отечества, в Караганде прошел военный парад. В нем приняли участие более 1000 военнослужащих. Торжественное шествие состоялось на центральных улицах шахтерской столицы. Сюда же вышла боевая техника. Гаубицы, зенитные установки, защитно-ракетные комплексы. Парк военной техники продемонстрировали карагандинцам. Завершился парад театрализованным представлением ко Дню Победы. Миниатюры символизировали различные эпизоды военной жизни. А на главной площади областного центра в режиме онлайн карагандинцы наблюдали парад с участием главы государства, проходившего на военной базе ОТАР, с реальным применением современного оружия и техники. Молодые наши войска, но боевые. Вот вижу, на площади стоят наши солдаты, офицеры, душа радуется. Люди, идя на эту стезю, становясь военными, объявляют себя готовыми отдать даже жизнь, самую ценную человека, за свою родину. Это, я считаю, есть высшее мерило патриотизма и любви к своей родине. Карагандинская академия отметила майские праздники. Участниками торжественного мероприятия стали ветераны института, выпускники, ставшие генералами, депутатами и государственными деятелями. В ходе события было зачитано поздравительное письмо министра обороны. Торжество началось поздравление личного состава руководством академии. Начальником академии генерал-майор полиции Кенжетаева от имени министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Касымова были поощрены почетной грамотой сотрудники нашей академии и также профессорско-преподавательский состав почетными грамотами и благодарностью от министра внутренних дел. В честь Дня Великой Победы сотрудникам и слушателям Академии были вручены награды. Также определили победителей конкурса «Лучший стенд». Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Теперь карагандинским студентам могут позавидовать залы европейских и дворцов, где часто, как в старые добрые времена, проходили роскошные балы с шикарными платьями и не менее шикарными балетными па. У студентов Карагандинского технического университета все по правилам. Джентльмены в черных костюмах, дамы в белоснежных платьях. Впервые в Караганде прошел венский бал, инициатором которого стал профсоюз студентов КРГТУ «Жас-Орда». Данное мероприятие было приурочено к 60-летию университета. Такая круглая цифра присутствовала и в количестве участников бала. Напомним, что это не профессиональные танцоры, а дебютанты, которые выложились на все 100%, дабы подготовиться к празднику своего университета. Это делается впервые, и при этом мы, я так думаю, что сегодня молодежь наряду с овладением техническими знаниями, она также должна владеть основами вот таких вот мероприятий, потому что сегодня это молодые люди, а завтра они пойдут на производство, и они должны быть всесторонне подготовлены. Стоит только
только еще раз удостовериться в наших студентах. Как говорилось в старой доброй комедии Шурика, студентка, комсомолка и просто красавица. В нашем случае они не только комсомолы, студенты и красавцы, но еще и танцоры и замечательные организаторы. 2 месяца ежедневных упорных тренировок и результат налицо. По залу они изящно летают. У меня просто непередаваемое ощущение. Я себя ощущаю, словно девушка 19 века. Мы все очень волнуемся, но надеемся, у нас все хорошо получилось. Танцевали не только 60 подготовленных пар, но и гости мероприятий. Амина Смакова, Баруран Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Журналу «То» исполнилось 2 года. По случаю праздничной даты состоялось открытие первого регионального фестиваля «Той». В рамках мероприятия, которое состоялось по инициативе Управления по вопросам молодежной политики, была организована свадебная выставка. Продолжит Мирамгуль Салкимбаева. Усилия редакционной команды не остались незамеченными. Растущие тиражи, признание читателей, уверенная лидерская позиция. Цель проведенного фестиваля – показать карагандинцам, как развивается свадебная индустрия в стране. От национальных костюмов до свадебного меню. Все это и многое другое можно найти в журнале «Той». С первых дней издание выходило тиражом в 3000 экземпляров. Сегодня эта цифра увеличилась вдвое. Что самое у нас особенное в журнале, мы распространяемся бесплатно. Это такой, скажем, помощник молодоженам. Он распространяется бесплатно при подаче заявления в ЗАГС. Во всех ЗАГСах города Караганды и области. И, соответственно, с прошлого года и Астана. В рамках первого регионального фестиваля состоялась свадебная выставка. Здесь были представлены наряды, праздничное меню и фотографии. Свои работы представил и 26-летний Антон Коломыцев. Фотодизайнер занимается свадебной съемкой всего год. Сегодня на суд публики он выставил лучшие произведения. На мой взгляд, наиболее яркие свои работы занимаюсь не только свадебной съемкой, но и сюжетной, жанровой фотографией. Придумываем сюжеты. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. В Караганде проходит очередная выставка продажи физиотерапевтических приборов Елатомского приборного завода. Посетители смогут узнать все тонкости лечебного воздействия современных медицинских аппаратов и приобрести их по заводской цене. В аптеке номер 70 города Караганды на выставке продажи медицинских приборов представлен широкий ассортимент аппаратуры, помогающий в домашних условиях улучшить состояние здоровья каждого, нуждающегося в этом. Приборы могут помочь и взрослым, и детям. Опорно-двигательный аппарат, сосудистая система, лор-заболевания, геморрой, простатит, травмы, ожоги – вот неполный перечень недугов, которые можно излечить с помощью современной техники. Самые популярные аппараты «Алмаг-Камовит» воздействуют за счет магнитного поля, снимают отеки, воспаления, боли. На приобретенные медицинские приборы выдается гарантия на 2 года. Аппарат клинической физиотерапии «Алмаг-01» применяется для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний, таких как заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, невритов, желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы. Аппарат «Алмаг-01» очень прост и удобен в применении в домашних условиях. Аппарат «Алмаг-01» широко применяется в клинической физиотерапии всех лечебных учреждений Караганды и Карагандинской области. Аппарат «Мовит» предназначен для профилактики и лечения заболеваний мужской мочеполовой сферы, таких как хронический простатит, простатовезикулит, уретропростатит. Аппарат очень прост и удобен в применении в домашних условиях. Аппарат применяют для лечения ведущие урологи Караганды Карагандинской области. Клинически испытан. Аппарат теплотерапии «Фея» предназначен для лечения лор-заболеваний, таких как ангины, тонзиллиты, гаймориты, фронтиты. Аппарат простой и удобный в применении. Детям возможно применение аппарата с 1 года, взрослым без возрастных ограничений. Аппарат не критичен к противопоказаниям и передозировкам. Приборы не имеют аналогов и в доступной продаже их нет. Их можно приобрести только у представителей завода-изготовителя. Это вам. Двухгодовую гарантию полную я вам выписал. Внимательно читайте.
Выставку-продажу вы сможете посетить по адресу Бухаржирао, дом 34, аптека номер 70. Выпуск продолжит. Новости спорта. О них расскажет Берик Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко сборки и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal. В 10-м туре премьер-лиги Казахстана карагандинский «Шахтер» встречался в Шымкенте с местным «Ордабасы». Команды внимательно действовали в обороне. На 59-й минуте защитник южно-казахстанского коллектива Талгат Адырбеков был удален за вторую желтую карточку, и остаток матча «Ордабасы» провел в усеченном составе. Экс-игрок шымкентского клуба Дауренбек Тажимбетов опасно бил головой, но мяч все не летел в сетку. 0-0 – закономерный результат игры. В следующем туре «Шахтер» проведет свой первый домашний матч в сезоне на родном стадионе в Караганде. Гости пожалуют усть-каменогорский «Восток», занимающий на данный момент 8-ю строчку турнирной таблицы. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1 Карагандинского 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман сау болыңыздар.